Вперше за 15 років український музикант Станіслав Золотов приїхав з Німеччини додому у Дніпро. Метою подорожі став проект його нової пісні, яка називається «Землю залиште дітям». Аранжуванням композиції зайнявся Андрій Карачун, а її український переклад створила Наталія Гейман. Крім того, виконавець запропонував долучитися до співочого флешмобу проти війни усіх небайдужих. Станіслав Золотов – колишній учасник гурту «Тіні», тоді ще Дніпропетровського. 15 років тому, у 2002-му, переїхав до Німеччини. В Україну нині завітав лише на тиждень. Мета творча – записати нову пісню. Потім він має повернутися, адже на нього чекає дружина з дітьми. Емігрував, каже, не з хорошого життя. Однак, зізнається виконавець, і там, у Європі, проблем вистачає. У Німеччині викладає гітару і роботою задоволений. Має багато здібних учнів з різних куточків планети. Також Станіслав дає концерти разом із молодшим братом. Але записати нову, особливу для нього пісню приїхав на батьків. Я приехал сюда по собственной инициативе. Точнее, мы с Андреем Карачуном разговаривали об этом еще осенью. Я ему закинул эту идею с этой песней. Ему очень понравилось. Вот, и мы искали свободное время. Ну, то есть, точнее, я искал у себя свободное время. А так как в Германии сейчас пасхальные каникулы, а я преподаю в музыкальных школах, они на каникулы закрываются, я смылся. Нова пісня має назву «Землю оставте дітям». Вона має стати міжнародним антивоєнним проектом. Станіслав мріє записати її з багатьма вокалістами на різних мовах світу. Український переклад тексту вже зробила поетеса з Дніпра Наталія Гейман. Затрясает этот мир наш человеческий разум, но он пришел к состоянию такому не сразу. Виновен ли порох и все запасы планеты, что придуманы они для другого сюжета? Придуманы деньги, придуманы пушки, что играются люди в эти злые игрушки, что в игре этой ставки с каждым ходом все выше, что далекая бездна все ближе и ближе. Человек объявил себя хозяином жизни, но у хозяина жизни о жизни странные мысли. На войне зарабатываются миллиарды, и все больше и больше горячих точек на карте. Век 20-й оставил две войны мировые, но вы тоже готовят планете наши могилы, и назад оглянуться ему уже невозможно. Искалеченных детских душ все больше и больше. Последние события, последние годы настолько перевернули человеческое сознание, и не только человеческое сознание, взрослого человека. Они меняют структуру сердечных переживаний детей. Вот. Поэтому, в принципе, это главная задача, из-за которой я здесь. А вот просто выдалась свободная минута, и друзья захотели встретиться со мной. Мы хотели сделать сначала маленький квартирник, но маленький, видно, не получается, приходится делать большой. Ну и черт с ним, да-да-да, дамочка, помада в сумочке. Рядом пудра, телефон, мобильный душ. Вы простите, что я вам еще не муж. Да-да-да, дамочка, помада в сумочке. Простите, что я вам еще не муж. Ах, немножко нервничаю. Давайте вместе со мной споем, тогда я вспомню. One, two, three, да-да-да. Стосовно своїх подальших планів, митець відмовчується. Адже як тільки їх озвучує, вони, каже Станіслав, розвертаються до нього лопатками. Впродовж років музикант із задоволенням спілкується з друзями-земляками завдяки сучасним технологіям – скайпу, месенджеру, будь-якими можливими засобами майже кожного дня. Я привез з собою свою душу, печень, почки, своє серце. Что-нибудь спою такое, что не слышали. А если мои друзья захотят что-нибудь из старенького, если вспомню, если поковыряюсь в своем чердаке памяти, что-нибудь вспомню, споем из старенького. Вап-па-белуба, вап-пим-пом. От потока нахлынувших чувств кто угодно равновесие теряет и реальности не замечает. От потока нахлынувших чувств то ли дело удача, когда исполняется то, что желаешь, и ни лет, и ни зим не считаешь, потому что это все ерунда. Да, сколько тебе лет, спросила любовь, вам не пофиг, ответила счастье. Можно отгадаю, спросила любовь, отгадывай, но это напрасно. Но классно, классно.
Володимир Жиляєв особисто не бачився зі Станіславом близько 15 років, але дружба не зійшла на нівець. Підтримували зв'язок завдяки соцмережам, але й нагоду послухати пісні старого товариша не інтернетом, а наживо прогавити не міг. Це мій старий школьний друг. Ми з ним вчились в школі. 9-10 клас, окончання, випускний. Поэтому все самые первые шаги, как говорится, в жизни. Музыка, увлечение битлами, Led Zeppelin. То есть становление по музыке. Не музыкант, но люблю музыку во всех ее отношениях. Бой под гады, войной это напрасно, но классно. Классно. Сколько тебе лет, спросила любовь, а мне пофиг, ответила счастье. Можно отгадаю, спросила любовь, отгадывай, но это напрасно, но классно.